Психологическое исследование представлений учителей о конечных целях образования, проведенное университетскими экспертами совместно с представителями университета Рочестера, дало первые результаты. Одной из главных целей стало изучение того, как учителя представляют для себя основные мотивы и потребности детей школьного возраста. На Россию выбор пал не случайно. В течение года приглашенный профессор Линч имел возможность в тесной связке с учеными Института психологии и образования КФУ поработать над совместным исследованием в рамках гранта по проекту стратегической академической единицы «Учитель 21 века». И нам интересно было узнать, какие ответы на вопрос, что, по вашему мнению, необходимо для психологического благополучия детей. Получили очень интересные результаты. Сгруппировав результаты, исследователи выяснили, что в качестве наиболее важной для ребенка была оценена потребность в смысле жизни. Далее следуют потребности в отношениях с другими людьми. С отрывом от них, но почти равными между собой по оценке значимости, стали потребности в самоактуализации, достойном уровне самооценки и безопасности. И в числе последних находится потребность в автономности. Очень много надо еще выяснить из этих данных, но нам кажется, как нам кажется сейчас, в данный момент, акцент на отношения с другими людьми. То есть, как бы, очень часто мы встречали такой ответ. Поддержка от родителей, отношения с другими. Вот такие ответы. Представления самих педагогов о потребностях ребенка несколько различаются. Большинство опрошенных учителей считают, что школьник должен быть в первую очередь послушным и уметь активно проявлять инициативу. Вхождение данных пунктов в один фактор говорит о том, что по сути они отражают только что-то одно. Но какова природа такого отождествления? Это бессознательный страх перед инициативой ребенка, что она сразу заковывается в рамки послушания? И самый главный вопрос, как быть ребенку, отвечая на эту внутренне противоречимую систему ожиданий учителя. Ответы на эти вопросы еще предстоит получить. Научное исследование международной значимости продолжается. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.